Всем привет! С вами канал Аль Пачино. В этом видео вы увидите крутые товары для лета, среди которых будут вот такие классные и интересные товары, про которые вы узнаете, досмотрев видео до конца. Ссылки на них будут, как всегда, в описании. Если вам нравятся мои видео, то обязательно нажимайте на этот колокольчик, и вы будете получать выпуски самыми первыми. А в конце видео, как всегда, будет ваш любимый конкурс. Поехали! И первым летним товаром у нас будет игрушка фрисби. Это уникальный диск из пластика или мягкой резины, который можно отправить в полет легким движением руки, сидя, стоя, лежа, на отдыхе или корпоративе. Фрисби дарит бесконечные возможности для игры. Его с удовольствием запускают и ловят не только дети, но и взрослые. Она тренирует все основные группы мышц, снимает нервное напряжение, помогает забыть о проблемах, дарит отличное настроение, повышает координацию движений и развивает глазомер. Идеальная игра для лета. Возьмите фрисби с собой на природу или на море, и вы займете себя или детей увлекательной игрой. Новейшая разработка этого года – пляжные покрывала, которые пропускают песок. Незаменимая вещь для любителей поваляться летом на пляже и позагорать. Постоянно тряхивать скопившийся на покрывале песок больше не нужно, так что можете просто расслабиться и получать удовольствие. Покрывало, благодаря своей конструкции, просто пропускает песок через себя и остается чистым. Оно изготовлено из двух слоев специальной полиулетановой сетки, которая моментально пропускает через себя песок, как только он на нее попадет. Покрывало также не впитывает влагу и устойчиво к прочим загрязнениям. Также специальная технология предотвращает выцветание покрывала. Инновационные, необычные, модные сандали прекрасно подходят для активного отдыха летом. Выполненные из высокотемпературного полиулетана, который обладает потрясающей прочностью, эластичностью и устойчив к перепадам температуры. Сандалии просто незаменимы на пляже или в аквапарке. Обувь фиксируется на ноге при помощи регулируемых ремешков, выполненных из нейлона и неопрена. На первый взгляд может показаться, что сандалии довольно слабо держатся на стопе, но те, кто уже протестировал эту модель, отмечают вполне комфортную и плотную посадку. Еще одно преимущество – это достаточно широкая подошва, что позволяет их носить людям широкой стопой. В нашем суровом климате мы с нетерпением ждем жаркого солнечного лета. Но что делать, если большое количество времени вы проводите в душном помещении, например, в очереди в поликлинике или в полной пассажира в летней маршрутке? Теперь выход есть. Я нашел для вас ручной мини-кондиционер. Он обеспечит вас ветерком, который всегда будет у вас под рукой. Благодаря компактному размеру и удобной форме вы можете взять мини-вентилятор с собой в любую дорогу. Просто положите его в обычную сумку, и ни жара помещений, ни духота автомобильных пробок вам не будут страшны. Заряжается от встроенного аккумулятора. Пищевой контейнер с перегородкой идеально подойдет для хранения и транспортировки бутербродов или для пикников на природе. Благодаря перегородке, делящей контейнер пополам, вы можете хранить в нем различную по типу пищу. Судок открывается с двух сторон для большего удобства, а яркие цвета и рисунки понравятся детям. Материал судков прочен и долговечен. Допускается использование в микроволновой печи для разогрева, а также можно мыть в посудомоечной машине. Складная универсальная канистра. Уникальное изобретение для всех автолюбителей, дачников, путешественников, домохозяек и даже офисных работников. Изготовлена из очень прочного полиэтилена, несомненно пригодится вам во время путешествия. В сложенном виде канистра занимает очень мало места. Такую канистру можно использовать не только для перевозки и хранения бензина или масла, но также и жидких напитков – вина, молока, сока и питьевой воды. Разумеется, повторно использовать канистру для воды после того, как из нее вылили бензин, не нужно. Да и это ни к чему, учитывая низкую стоимость продукта. У данного продавца можно купить канистру на 3, 5, 10 литров. Радиоуправляемый паук-тарантул – это отличная летняя игрушка, чтобы позабавить себя, своего ребенка, близких и домашних питомцев. При движении паук перемещается своими лапками, что смотрится довольно эффектно и передает больше реалистичности. Радиоуправляемый паук выполнен из пластика и покрыт волосяным покровом, что придает пауку больше схожести на настоящий. Паук-тарантул умеет бегать вперед, назад, вправо, влево, причем не только по гладким поверхностям, но и где угодно, например, по кровати, по траве или земле. Восторг и восхищение ребенка от общения с игрушкой обеспечены. Тактическая маска для дайвинга. Идеально подойдет для тех, кто занимается снорклингом, плаванием, дайвингом, подводной охотой или просто любит поплавать на море. Оснащена гипоаллергенным прозрачным силиконовым обтюратором, уникальной формой рамки и однолинзовым дизайном, обеспечивающим отличную видимость по всем направлениям.
Отличается отличной плотностью прилегания, что подойдет для любой формы лица, средним внутренним объемом и быстроразъемными пряжками для крепежа ремня. Идеально подойдет для морских развлечений. Нож для нарезания арбуза, дыни и любого другого фрукта станет одной из самых полезных вещей на отдыхе. С таким ножом вы будете тратить гораздо меньше времени на приготовление фруктовых или овощных закусок. Все лезвия слайсера сделаны из нержавеющей стали. Каждый нож хорошо заточен и практически не затупляется. Главное, помните, что перед нарезкой фрукты необходимо вымыть, чтобы уберечь себя и детей от ненужных бактерий. Затем срежьте верхнюю шапочку и нижнее основание арбуза, чтобы он обрел устойчивое положение на нарезной доске. Наложите инструмент на арбуз и разрежьте его, надавив одним твердым движением вниз. Чемокат. Это чемодан-самокат. Полезнейший мегагаджет для любителей путешествовать. Позволяет не только с легкостью перемещать тяжелый багаж, но и быстро передвигаться по местности. Чемокат идеален для передвижения по крупным аэропортам мира под удивленные взгляды пешеходов. Вместительный, имеет отделение для ноутбука, достаточно объемное пространство для вещей, но при этом компактные размеры соответствуют требованиям авиакомпании и ручной клади. В нем продумана каждая мелочь для удобства использования. Он мгновенно раскладывается, превращаясь в самокат, и также мгновенно складывается, становясь обычным чемоданом. Еще один полезный летний гаджет – это щетка для ног. Она обеспечит не только очищение, превосходящее по качеству классическую пемзу, но и сделает легкий расслабляющий массаж стоп. Щетки, применяемые после тяжелого рабочего дня, улучшат кровообращение, препятствуя развитию варикоза, отеков и банальной усталости стоп. Также тапочки придутся по вкусу маленьким детям, которые категорично отказываются мыть ножки после прогулки, и беременным женщинам, которые страдают от отеков и проблем с тем, чтобы нагнуться во время купания. Пользуйтесь такой щеткой, и ваши ступни будут выглядеть идеально. Водонепроницаемые носки. Это недорогое и эффективное решение проблемы промокшей обуви для рыбаков, охотников, туристов и любителей активного отдыха. Если ваши ботинки или сапоги насквозь промокнут, они станут отличной заменой сухой сменой обуви. Непромокаемые носки плотно прилегают, не сдавливая стопу. А плоский шов – это гарантия того, что носок не будет натирать ногу при ходьбе. Это очень важно во время походов и активного отдыха. Стирать носки необходимо вручную в прохладной воде, не более 40 градусов. С этими носками ваши ноги всегда будут сухими в любой обуви и в самых неблагоприятных условиях. Когда, как не летом, стоит запускать воздушные змеи, взмывающие на огромную высоту, или небольшие конструкции, которые вы можете запустить во дворе? Запуск воздушного змея – это и мини-представление, и увлекательное мероприятие, в котором с удовольствием примут участие дети и взрослые. За полетом интересно наблюдать, и все участники процесса при этом не только получат эстетическое наслаждение и отдохнут от городской суеты, но и научатся взаимодействовать. Чтобы прогулка и запуск доставили удовольствие, выбирайте змея в соответствии с характеристиками и у хорошего продавца, которого я для вас нашел. Каждый сможет выбрать себе змея по нраву и по цене. Ну а это приспособление оценят девушки не только в летнее время, но и в любую пору года. Бюстгальтер-невидимка стал одним из последних женских находок. Благодаря своей функциональности станет вашим верным помощником для создания идеальной формы груди на летних вечеринках и отдыхе, при этом остается незаметным. Подходит для любых нарядов. С глубоким декольте, вырезами на спине, бретелями крест-накрест, для прозрачных блузок и топов. Изготовлен из нейлона и спандекса. Является воздухопроницаемым, легким и удобным, со множеством воздушных отверстий. А также бюстгальтер формирует форму груди и имеет универсальный размер. Я уверен, что купив такой бюстгальтер, любая девушка или женщина будет очень довольна покупкой. Инновационная маска для плавания. Это маска для ныряния в теплых морях, чтобы комфортно понаблюдать за подводным миром. Еще такое занятие известно, как снорклинг. Преимущество маски в том, что теперь не нужно зажимать во рту трубку, чтобы дышать. Чем-то напоминает маску ниндзя, при этом является монолитным изделием, в которое трубка встроена намертво. Удобно, что маска закрывает все лицо, так не нужно париться с дыханием только через рот. Дышать можно еще и через ноздри. Если глубоко нырять, трубка автоматически блокируется, и можно не бояться, что вода попадет вам в рот. Вдыхаемый воздух попадает сначала на стекло, а уже потом в нос и рот. Когда вы выдыхаете, воздух выходит из маски по боковым силиконовым отверстиям. Действует такой же принцип вентиляции, как и для лобового стекла автомобиля. Влагоиспарение и воздух, который выдыхает человек, отводятся по другим отверстиям. А вот и обещанный конкурс.
Приз конкурса – 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях ваш любимый курорт, где вы были, или на каком курорте хотите побывать. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!